Супермаркеты Междуреченска привлекают любителей легкой наживы. Группа молодых людей похитила из монетки алкоголь. Похищенное положили в рюкзак, но камеры видеонаблюдения обмануть не удалось. В итоге инспекторы отдела по делам несовершеннолетних узнали двух междуреченцев, которые ранее уже привлекали к уголовной ответственности. А в рамках областной операции «Подворье» инспекторы ПДН проверяют семьи, где воспитываются несовершеннолетние, выявляют неблагополучные. Остался за вчерашнего. Хлеб вон где-то. Здесь тоже. 4. 997. 997.